Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем прохождение второго сезона Diablo 4. Чем мы с вами сегодня займемся? По идее, нам можно уже к шепчущему древу идти, но я думаю, что нам надо зачистить крепость. Прямо, думаю, надо. Ну, ближайший у нас вот поселение во льдах. Давайте сюда и двинем, наверное. В принципе, не сильно-то и далеко. Здесь это невозможно. Я поиграл маленько не на запись. В принципе, ничего сильно такого не произошло. Так. Где у нас магазин, игра? Нет, не то. Сезонный проход. Поход, точнее. У нас надо вами подземелье страхов 5 пройти. Убить игрока на вражеской территории. Улучшить символ совершенствования до 4 уровня. Также еще убейте босса вне подземелья. Но это просто, да? Одолейте совет кровавых охотников, призванный с помощью кровавых приманок. В ходе кровавой жатвы убейте лорда Зира, завершив или пропустив кампанию. Улучшите вампирское умение до 3 уровня. Это легко. Ну и согласие. Наденьте предмет брони, на котором выгравировано 5 одинаковых контрактов. Но это сложно. Но также у нас еще здесь же мы не прошли до конца, да? Крепости нам 3 надо. Тут одну. Ну, в принципе, таким образом мы пройдем первую главу, получается, когда зачистим крепость. Полностью. Только причем. Так, погнали. Доп. Задания здесь я не буду брать у них. Потому что смысла в этом нет. Не знаю, правда или нет, но как тут рылся в интернете, нашел интересную фигню. Фигню, статью, в принципе, однозначно. В общем, что у Диабло расширится карта. Вот в эту сторону она расширится. И здесь будут... в общем... Ветер слишком силен. Даже для этих мест. Так, сейчас вернемся, это расскажу. Будут из первого Диабло там территории, также из второго. Плюс будет много что интересного, как обещают. Поэтому, не знаю, если вам интересно и просмотры будут, то я, соответственно, куплю тоже и дополнение платное, чтобы продолжать с вами игру. Поищите причину бури. Ну, в принципе, это уже проходили. Твоя энергия течет в ту тварь. Надо прервать ритуал. Здесь, в принципе, все как всегда. Ничего необычного. Уровень. Это хорошо. Уровень. Куда мы вложим уровень. Но это нам нафиг не надо, в принципе. Хотя надо, давайте. Нам все равно вкладывать особо некуда. Они все равно потом появятся, оживут, насколько я помню. Так что можно их и сейчас свалить сразу. Заморозили, падла, смотри-ка. Кыс. Где? Мои хилые воины.
Не подведите. Успел добить. Но он успел нас заморозить, правда, но... Ничего страшного. Где мы здесь выйти можем? Я еще не готов. Он здесь, да? Побейтесь, я посмотрю, здесь еще есть, может, так, еще. Так, с первыми разобрались. Ну, тут по стандарту, как всегда, в принципе. Четыре области в разных краях, куда нам надо зайти, тех убить. И все у нас будет хорошо. Ну, а в конце убить самого главного, соответственно, босса. Который защищает церковь. Что это? Так, поперли дальше. Скоро появится босс вне подземелья. Это нам надо. Там же тоже надо выполнить. Так, вот нам сюда. Собственно говоря, мы на месте. Где босс-то? Вот он. Давай, големушка. Не подведи. Здесь все. Привет. Ох ты, падал. Он меня ударил, видели, да? Целый раз попал. Молодец. Широкий меч, который нам, как всегда, не уперся ни в какое место. Так, нас уже там ждут. Давай. Скелеты там пока разбирайте, сейчас я... Помогу вам. Возможно. Да вы сами справились, молодцы. Так, и куда нам теперь еще? Отсюда мы пришли. Нам вон вниз вижу. В прошлый раз просто маленечко не в ту сторону пошли.
Добивайте и погнали. Так, сюда, да, сюда. С них, по идее, кожи должно много выпасть, но не выпадает. Прям обидно. Ледяной шрам. Убейте его уже. Он что-то долго пыжится. Призыватель бури клана льда. Буря козлоногих закончилась. Ну все, погнали. Ну все, давай. Ледорог, боец клана льда. Сейчас мы ледорога по-быстрому. Смотри-ка, даже наносит не урон. Молодец. Это мы сделали, сейчас должны еще успеть, наверное, на этого самого. На босса вне подземелья. Так, это хорошо. Где у нас босс вне подземелья был? Вот здесь. Поехали. Надеюсь, я успею. Может быть, в сезоне в этом новые боссы появились. Так-то я всех, по-моему, уже на видео показывал боссов вне подземелья. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Точнее, кто или что. Вот сюда, эту крепость. Блин, не туда зашел опять. Эту крепость мы не защищали с вами. Обратно верни меня. Будет оно у нас работать? Или нет, когда мы крепость с вами еще не зачистили? Так, сюда, значит, вниз. Здесь это невозможно. Возможно, но уже не в городе. Чё за бешеные подвисули? Ага, он исчез. Ну, давайте все равно зачистим эту крепость. Потому что нам все равно надо защищать их всех, по идее. А коли выдалось такое время, когда есть вроде как и желание это все позащищать. Старый закарумский памятник выглядит заброшенным. Что у нас тут, вот я не помню, если честно. Может, попозже вспомню.
И что надо тут делать? За мои ошибки заплатишь ты, подлый расхититель могил, своей кровью. Серьезно? Не вздумай беспокоить моих братьев. Ритуальная жаровня. Отыщите грабителей могил, найдите... Черепа крестоносцев. Пошли. Я думаю, это не сложно, да? Череп нашли. Это все дело мы забрали. Пошли дальше смотреть. Нет, из этого ничего не выпало. Тут есть что? Да, видимо, здесь как раз и есть. Давай, выходи. Куда он делся? Но это было легко. Что у нас здесь сверху? А, там был алтарь Лилит. Ну и сундук. Ну еще и типа босс какой-то мелкий. Ну не босс, а элитный бой-боец. Спасибо, но у вас ничего интересного нет. Мы, пожалуй, дальше пойдем. Так, тут я все забрал. Помолиться можем. Кости тебя подводят. Скоро прошу прощения. Нужно лень помощь. Просто читать. Идем со мной. Что ж, не дурно. Не стану говорить прощай. Спасибо. А, здесь просто. Я думал, здесь это дают, а здесь то, что этот покоится. Убили по-быстрому. И погнали дальше. Приключения на 5 минут. Пришли и вышли. Мы забрали. Ох ты, нифига себе, вот это ты умеешь, да, хорош. Давайте вернемся туда, наверное. Че, много вас, да? Давайте разберемся с ними. А не то их перебор прям. Выпрыгнул, засранец мелкий, хотел по мне попасть. Нельзя так делать.
ушла не одна бутылка. Но теперь бравый сэр Тристан с нами. Мелкие склепы он отмел сразу. В них лишь простые солдаты. Велел взять железные орудия и идти за золотом в большие гробницы. Прости и сохрани нас, Акарат. Дай нам сегодня прокормиться. Куда делся? А, нам надо их всех поднять, да, потом всех сразу убить. Насколько я понимаю. А вот и победите крестоносцев защитников, сэр Том. Оказывается, прям даже все сделали. А я думал, что еще что-нибудь надо будет делать. Дама Марьям. Эй, не надо так больно делать. Сэр Мархоль. Сдохни. Где Марьям? Все. О, спасибо. Пожалуйста, кто бы ты ни был, обращайся еще. И, кстати, уровень еще дали. Так, вот сюда. Награды можем получить. Очко умение одно. Но пока что нам некуда их сувать, да? Вот сюда надо уже бы вставлять, да? Тут мы все сделали, да? Все, да, пора сюда вот уже идти. Так, куда двинем дальше? Давайте вот сюда, наверное. Что-то я даже не думал, что крепостей столько много. Я думал, их поменьше. Как у нас там с вместительностью? Шапка новая. У нас только шапка же, да? Шлем кровавого охотника. 3 контракта сразу, да, на нем? Давайте вот так сделаем на всякий пожарный. Разберем предметы. Потому что, ну, рано или поздно еще выпадут предметы лучше. И, собственно говоря, разобралась, как нам масло. Понадобится очень много ингредиентов, чтобы улучшать нашу экипировку. Так, по поводу книги мертвых. Нет, умение. Так, а ты есть у нас? Вот так надо переставить. 2-3. Погнали. Не в городе. Зависельника была, нет? Нет. Нам для усиления
надо лозу висельника и, по-моему, кусачьи ягоды. А, что-то в нос прям дало, как чихнуть охота. Не, вроде принесло. Пошли, открывай. Сова, медведь пришел. Осмотрите деревню. Ну давай. Что мы тут должны увидеть? Благословенны те, кто умрет во имя матери. Устроим страннику благочестивый прием. Конечно, устройте. Я же за этим сюда иду. Я же от этого опыт получаю. Смотрите дома. Ну, пойдем по кругу. О, кстати, нам надо наших хилых воинов поднять. Это что-то у нас их мало. Подавите. Прям так страшно звучит. От этих чучел разит скверно. Уничтожите. Подавите. А, господи. Так, нам еще сюда надо. А я думал, что-то боссов нет, да, элиты? Зачем ты так делаешь? Больно же. Отлично. Всех подняли, все хорошо. Вон из моего дома! Нет! Что ж это такое? И некогда с вами разговаривать. У нас сегодня по плану быстрые приключения. Прочь! Убегай! Давай, налегай, мои хилые воины. Здесь все. Здесь тоже все. Еще один жертвенный акт. Как торит жуткое касание. Блин. Кто придумал для них вот эти вот имена? Они были под какими-то веществами или что? Здесь все. Не ожидали, да, что у меня такая штука есть? Вот так вот. Сюда.
Последний дом. Поддайся ненависть. На помощь! Прошу! Так, здесь вроде все. Опять зазвенели колокола. Но кто бьет в них? Сюда! На помощь! На помощь? Да, конечно, сейчас. Я же всех здесь спасаю. Где она делась? Все, вот так вот и по-быстренькому. А, она еще и не одна здесь? Я думал, одна. Так, это все, да? Нужно больше времени. Вперед. С этой тоже все. Теперь Казира. Больно. Отлично. Злодеянием. Кольцо. Это хорошо. Три крепости. Уходите, умоляю. Да где это кто орет? Орет в наушниках у меня слева. Где-то вот здесь. На помощь! Прошу! Нет. Сюда! На помощь! А, вот. На. Я еще не готов. Так уж и быть, помогу. Плохо, у ботинок у нас только одно ускользание. Отлично. Давайте глянем, что за кольцо. Максимальный запас эссенции увеличивается на 5 за каждого активного прислужника. Кстати, хорошее кольцо. Бонусы жертвоприношения. Это вот так вот нам надо сделать, значит. Вот это вот разобрать. Так, а вот это максимальный запас эссенции. Да, все правильно. Вот это тоже разобрать. Ну, в принципе, и это разобрать и улучшить. Так, давайте этим и займемся. Слава богу, это недолго делается. В принципе, получили почти 2 уровня, а подрались всего ничего, да? 8 кожи превосходного качества. Ну что, дорогие друзья, на этом тогда мы будем с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Не забывайте поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. Также пишите ваши вопросы и пожелания под этим видео. Я обязательно всем на все отвечу. Также, чтобы не пропускать все новости о нашем с вами канале, подписывайтесь на группу ВК. Ссылочку вы найдете под этим видео. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!